Так, вот это вот железнодорожные пути. Вот там вот вышечка такая зеленая. И въезд, обнесенный колючей проволокой. Здесь какие-то разбитые плиты железобетонные. А вот здесь вот что-то сливали. Запаха такого очевидного нет, но белая вода. Пленка. И далее сейчас пойдем посмотрим, есть ли гидрологическая связь этого разлива с рекой. Так, если это река, гидрологическая связь есть.